Всем привет! Очередной обзор вкуса изолята протеина от производителя BinaFarm, бренд BinaSport, серия Excellent. И вкус у нас сегодня на обзоре это малина. Так, все как обычно по серии: 90 грамм белка на 100 грамм продукта, 30 грамм на эту порцию в 33 грамма. Аминограмма представлена, кому интересно, посмотрите. По способу использования тоже все как обычно: разводится на 250 мл воды или молока низкой жирности, принимается за 30 минут до тренировки или сразу после нее. Курс приема 4 недели, потом необходимо сделать паузу. Все вскрываем. Мелкий порошок. И что такое? Не попадает что-то в резьбу. Пошло. Так, пены почти нет. По запаху. Ну, запах приятный, да, малина. Такой немножко, конечно, не натуральный. Но в целом приятный. Так, по вкусу. Так, по вкусу хороший. В меру сладкий. Малина ощущается прям, ну, натурально по вкусу, во всяком случае. Вкус идет в большей степени малины с молоком. И вкус хороший. Насыщенный такой, наполненный, хороший вкус. Его я рекомендую. Серия вообще какая-то удачная у них по вкусам получается. По белку тоже все отлично. Посмотрим, как будет дальше. Этот вкус я рекомендую. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.